Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Пришла опять в огород, суббота, вечер. Ну как вечер? Ну да, еще не вечер, но еще не вечер, друзья. Вот, поделаю немного дела. У меня на обед была Людмила. Вот, и сейчас я решила, поделаю тут дела, и вечерком к ней тоже заеду. Решила все-таки морковь ей все отвезти, так как мне негде ее хранить. Вот быстро отдала, сейчас собрала, помыла и отдала сыну, он машину отнес. Я тут еще несколько... Ой, смотрите, какая грязь, господи, друзья, надо все это чистить. Опять купила землю, 2 мешка, вот. Оставила себе, вот у меня еще даже место, вот, столько картошки, столько моркови. И у меня еще есть дома это какое-то количество. Ну, в общем, не знаю, будет здесь храниться или нет. Пока туем. В общем, решила поделиться с Людмилой. Сейчас к ней поеду и возьму вас с собой. Сейчас доделаю свои дела здесь в огороде. И поедем вместе со мной к Людмиле в гости. Друзья, вот это наш новый президент, за которого я топила. Наконец-то. Вот он, во всей красе. Авни Бегец. Вот наш новый президент, друзья. А что гнал? Только единственное, нам, друзья, надо еще побороться. Этот нам не отдает так просто ключи. Явни. Вирмус ног пиццели кемпфен. Я зихар совизо. Эбе. Так что вот. Найн. Так что вот, друзья. Новый президент. Ну что, друзья. Вчера Людмила ко мне, ну и сегодня она у меня была на в обед. Ну а сегодня вечером я уже к ней показывала вам морковку вчера, что выкапывала. И мне ее просто некуда девать. И вот я решила ей завести и заодно показать вам, какие у нас красивые виды. Не у нас, а у нее. В Швейцарии какие красивые виды есть. Вот, друзья, смотрите. Внизу это тоже тут ее владение. Я уже вам показывала, есть видео про весь ее дом. Когда я вам показывала тогда видео, у нее тут ремонт велся, вот этой террасы. А сейчас уже все навели порядок. Вот видите, ни заборов, ничего. Единственное, что очень близко дома друг к другу расположены. Так как в Швейцарии земля очень дорогая и очень мало земли дают под застройки. Больше под для коров и для сельхозных продуктов всяких. Поля. Вон даже, видите, вон у нее поле целое. Не знаю, что там засадили. По-моему, вот это что, длинная кукуруза, а другое, не знаю, что-то там будет. Не успели соскучиться. Людмила собственной персоной. Бабета у меня была, а теперь мы у нее, да, Паскаль? Там же холодно, ну куда мы на террасе будем? А что у нас там в соке-то? Ты что-то подлила в сок-то? Сок натуральный, свежевыжатый. Молодец. Иди пей. Вот, друзья, кто не был у нее еще, никто не смотрел мое видео. Вот у нас Людмила тут. Так, это у нее 4 этажа дом. И вот можно на лифте, кому лень. Да? Давай, Люда, открой мне ту сторону еще. Кому лень ходить. А вот Людмила вот на этом... Она говорит, экране всегда смотрит мой YouTube-канал. Ей нравится. Так, где наша кошка? Там у нее еще кошка, она ее как ребенка любит. Вон она там как нежится. Ой, какая ты красивая. Ей 14 лет уже. Моя ты солнечная. Долгожительница. Какая красавица. Люда, а чего они на зиму прикрывают этот бассейн, ну, да? Нет, чтобы сейчас ветер там есть. Ага. Ну-ка, где твой этот, что мы... У нее тут... Мы с ней покупали вместе. Ее тут
Брала, наверное, она. А нет, вот эту. Кресло. Мне кажется, только ребенок туда уместится. Это ее комната там внизу. В общем, друзья, кто не видел, можете посмотреть. Есть у меня обзор. Ее дома не всего, конечно, но где она там больше обитает. Вот посмотрите, как у нас в Швейцарии живут. Это, конечно, не моя квартирка, малюсехонькая. Ну, для меня и моей квартиры достаточно ее, чтобы убрать. Ничего. Вот такой хороший тебе, био-черный. Окей. Мне-то не надо черный, это Паскалю черный. Паскаль. А тебе как? А мне что-то хочешь, там вот без кофеина. Био, вот, Кройтер. Фруктовый, да. Давай. Био. Вот я тут ей... Симфония называется. Натащила. Сейчас она только, видите, тут все. Она любит, когда у нее тут все прямо... Чисто. Вот. И по линеечке. Но это тоже болезнь какая-то. Я да, не знаю название ее. Я знаю, у меня так. Вот. Вот. Я люблю так. Вот, ставить. Видите, друзья. Извините. Не знаю, как болезнь называется. Ну, в общем, болезнь. Вот ей принесла тут морковку. Все. Ну, в общем, все, что вам показывал вчера, мы вместе с вами выкапывали. Вот. Я Людмиле тоже. Потому что, ну, куда мне? У нее семья огромная. А у меня еще и ту никто не съел. Она хозяюшка. Вот, друзья. Мы с ней вообще не расстаемся. Сколько мы с тобой? Час, наверное, не виделись. 15 минут, и я у нее на машине быстренько. Ой, какие красивые цветочки. Вот, друзья. Ну, в общем, пришла к моей Людмиле и взяла вас с собой. Обязательно. Ну, показать тоже. А то тебя я всегда показываю, а вот у меня дома или у меня в огороде. А теперь мы у тебя... Вот смотрите, как у меня Людмила смотрит мой канал. У себя она. Вот у них уже есть и веган, и такой, и сикой. Вот это вчерашнее мое видео. Она у меня смотрит тут в Ютубе. Это мы вчера за завтрак. Видишь? Да. Так что вот, друзья, как она у нас. А мы тут тоже продолжение банкета. Хладен, он тут, Людмила еще. Паскаль любит пить горячий шоколад. Вот Людмила тут ему задарила. И вот. Так что учит его, как снимать. Вот у нас они. Вот, друзья, как мы проводим время. Она ему так на... Я так думаю, она ему на Инстаграм снимает. А на сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, а мы с вами увидимся в следующем видео. Желаю всем хорошего дня!